Хозрасчетное отделение Брестского областного кожно-венерологического диспансера обращаются жители и гости нашего города со многими проблемами. Сдать анализы на различные инфекции, пройти гинекологическое или ультразвуковое исследование, выявить причину аллергии или бесплодия и получить грамотное назначение. При этом в отделении соблюдаются все меры предосторожности, связанные с COVID-19. Сначала измерение температуры и только затем прием у врача. Обратилась на обследование брюшной полости, сделать УЗИ. Слышала хорошие отзывы, что принимают быстро. И в тот же день обращения приняли, приехали и на прием быстро оформили. Приемом я осталась довольна. Видно, что врач опытный, меня проконсультировали, я узнала все, что хотела, и осталась довольна. В нашем учреждении с 2007 года создано и функционирует хозрасчетное отделение. В нашем отделении оказываются услуги по дерматовенерологии, акушерству, гинекологии, аллергологии, иммунологии, урологии и ультразвуковой диагностике. Это учреждение Брестский областной кожно-венерологический диспансер, находится в централизованной лаборатории. Это клиника диагностическая и бактериологическая, которые выполняют исследования не только городу Бреста, жителям города Бреста, но и всей Брестской области. Раковые заболевания, к сожалению, в наше время не редкость. Для диагностики предраковых заболеваний шейки матки на базе хозрасчетного отделения можно воспользоваться услугой кольпоскопии. Для этого здесь есть новое оборудование и грамотные специалисты. Также набирает популярность такое новое направление медицины, как эстетическая гинекология. Эстетическая гинекология позволяет женщине решить широкий спектр проблем, с которыми может она столкнуться. Такие проблемы, которые возникают во время беременности, после родов, каких-то противопоказаний даже девочкам, не рожавшим, нет. Потому что те же молодые женщины могут сталкиваться с такой проблемой, как стрессовое недержание мочи. И если раньше требовалась только хирургическая коррекция, то сейчас, имея в арсенале гиалуроновую кислоту, филлер, мы можем в течение 15-20 минут решить эту проблему. Большой проблемой в жизни человека становится и аллергия. Независимо от возраста, она доставляет человеку массу неудобств. К врачу-иммунологу-аллергологу обращаются для того, чтобы выявить вещество, на которое организм реагирует повышенной чувствительностью, и назначить соответствующее лечение. Хотелось бы обратить внимание на такой замечательный метод лечения аллергических ринитов, бронхиальной астмы, как СИД, специфическая иммунотерапия, которая включает в себя, этот метод включает в себя изначально диагностику аллергена, который вызывает аллергическую реакцию, значит, с последующим введением этого аллергена с повышением доз. Со временем к данному аллергену развивается нечувствительность, вырабатывается, можно так сказать, иммунитет, и человек перестает реагировать на данный аллерген. Врачи Брестского областного кожно-венерологического диспансера работают для каждого из нас и заботятся о том, чтобы каждый из пациентов в период непростой эпидемической ситуации чувствовал себя максимально защищенным. Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.